Привет, с вами Сергей Гудков, психотерапевт. И сегодня мы поговорим про непрошенные советы. Предыдущее видео вы найдете внизу, а сегодня другой вариант. Если раньше мы говорили про мягкий ответ, то сегодня жесткий вариант ответа. Как можно еще, если вы не боитесь испортить отношения, или наоборот хотите испортить отношения с теми людьми, которые дают вам непрошенные советы, то вот как можно отвечать. Суть этого ответа заключается в последствиях. То есть, если вам кто-то что-то советует без вашего спроса, вы можете сделать вид, что согласны и сказать: «О, какой замечательный совет! Я готов или готова послушаться», если ты возьмешь на себя последствия и возьмешь на себя ответственность за то, что я твой совет воплощу в жизнь. Например, вы женщина, которая рекомендует родить ребенка или все время спрашивает: «Ну, когда ты родишь?» И вы можете согласиться и сказать: «Да, действительно, пора, я готова», при условии, что ты возьмешь на себя ответственность за то, что, допустим, если я не смогу работать, не смогу обеспечивать ребенка, не смогу поддерживать должный уровень жизни, такой, какой у меня был, какой я хочу, ты будешь это оплачивать. Все годы, по крайней мере, пока ребенок не вырастет, не выучится, не получит хотя бы высшее образование. Готов ли ты на это? Вот. Так что, пользуясь этим вариантом, вы можете отшить тех людей, которых вы не хотите видеть в своем окружении, если вы, конечно, готовы идти на конфронтацию.